Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Zarbas Game. С вами, как обычно, NeoZar, и мы продолжаем проходить игрушку Elden Ring. Всем приятного просмотра. Что же, мы, блин, находимся в этом замке, который очень душен. Вот, читал ваши комменты. Кирилл Романенко мне пишет: иди убей этого рыцаря Годрика или... рыцаря Говнила. Кирилл, не пойду я пока к нему убивать, вот, да ну его нахрен. Это такая, блин, гремучая смесь, я уже к нему ходил. Я не знаю, как его убивать, его можно, наверное, убивать только на парирование, ну, не знаю. Вот, потому что, ну, я вообще, я ненавижу, как бы, боссов, да еще, как бы, я мобов ненавижу, которые здесь со щитами бегают, которых хрен пробьешь, и, короче, не знаю как, а это вообще какая-то, ну, сука, удушливая. Так что пока к нему не пойду. Я пока что, ребят, я исследую мир. За кадром очень много бегаю, но стараюсь ничего такого как бы серьезного не пропустить, и чтобы вам по максимуму все показать. Вот, поэтому как бы тоже уже побегал, и вот вернулся на это место, где мы с вами закончим. Это что это, блядь, бомбардировщики, что ли, уже ковровые? Ёб! Иди отсюда нахрен, скотина. Блин, ну пипец, уже птицы здесь с бочками. Опа. Вау. Опа. Опа. Да, птицы здесь какие-то мощные, пипец какой-то. Я убил ее. Еще одна. На-ка. Сдохни, тварь. Да, вот это, кстати, был удар. Как раз то, что я блокирую щитом, и сразу же в ответочку ей присылаю. Классный, классный удар. Да, мне, кстати, написали, почему я неправильно, опять же, Кирилл мне написал, почему я чуть неправильно, там нужно подождать анимацию, а потом уже как бы влепить, можно сказать, типа парирование. Блин, мне показалось, ли здесь кто-то опять сейчас это крикнул, типа этой птицы. Блин, не знаю, я помню, что мы как бы пришли когда в этот замок. Зашибись. Ну, кстати, вот это я так и думал, а она сама не сдохнет там? А, ну она, кстати, сама сдохла. От того, как она нанесла ковровую бомбардировку, она сама и сдохла. Дай-ка сюда что-нибудь. Когда мы пришли в замок, там был еще какой-то входик, проходик. Я про него не забыл, так что нужно туда вернуться. Нужно вернуться. Вообще, мне тоже спрашивают в комментариях, как тебе Нео-игра. Вот, игра, по моему мнению, игрушка отличная. Я не знаю, по продолжительности, но... Как бы мне говорят, что и Нео игра огромная, я не знаю, сколько у тебя будет серий, но игра огромная. И будут еще просто, как бы, боссы, которые, блин, ну, просто жопу мне вырвут. Ну, это хорошо, я, кстати, люблю таких боссов. Вот, почему бы и нет, классно. Вот, и как бы мне написали, что боссов здесь очень много. Но это класс, класс, ребят. И, ну, пока что я вот в этом году лучшей игрушки, кстати, не видел. Мне она очень зашла. Тем более, кто любит серии Dark Souls, а это, по сути дела, это Dark Souls 4, то, ну, я как бы всем рекомендую. Ну, а, в принципе, кто не любит Dark Souls, тот, наверное, и не смотрит никогда эту игрушку, это прохождение. Так, спуститься. Так, а это что там за... Какие-то черти ходят. А, тихо. Услышит меня? Услышит, конечно же, блядь. Вот, там одного свалил, а это кто? Кстати, хочу вот такое снаряжение. Вот реальных. Блять, идиот. Ой, ёб. У меня нет слов. Ну как вот ты, жопа ты, блядь, противная, блядь. Ну почему там какой-нибудь знак не поставили? Внимание, жопой. Блять, жопой двигаться нельзя. Блин, ну это пипец, а. Теперь опять этих всех птиц убивать вонючих, блин, засранных, которых я ненавижу, блин. Да, пошла в жопу, блин. Давай, блин. На, кстати. На, к тебе, блин. Стоп. Насопырка противная. Давай, ты еще кидай тоже свою бомбу. Хрена, как задело? Отлично, сразу двух зацепил. Так, нужно еще вот это вот. Пусть он тоже взорвется, за нее хотя бы душеньки дадут. Я, кстати... Ты что, не умерла, что ли?
зашибись. Пошел. Пошел сюда, получил Юлия. Я, кстати, в этой серии планирую, если босса здесь никакого такого сложного не будет. Вот, планируем все-таки. Я не забыл про это, помните, Цербера. Вот, и сходить к нему. Кстати, Кирилл, а ты говоришь, вот рыцаря этого говнила убить, а там что-то хорошее дадут, там какой-то прах дадут, или что там, или что-то там вообще, может, супер-пупер меч какой-то дадут. Я попробовал, ребят, я попробовал армейский меч, мне, если честно, почему-то он не зашел как-то. Ну, не знаю, почему не заходит, мне показалось, что у него как-то, ну, удары послабже становятся. Не такие, как бы, которые мне хотели стать. Сюда, по-моему, можно спрыгнуть или что? Или как это здесь работает? Непонятно пока, как это работает. Ладно. Ну, главное сейчас душеньки мои забрать. Так, где там, где эти уроды ходят? Ага, пошли, пошли, пошли. Так, что здесь нужно сделать? Здесь нужно по-быстрому спуститься, одному бэкстеп навалять сразучка. Сразу. А другому попробовать его убить нахрен. Блять, навалял называется. Бэкстебы, бля. Юралстебы. Так, ну давай. Да, и конечно же, с этого урода мне ничего абсолютно не упало. Вот как из них можно вообще выбивать шмот какой-то, доспех изгнанников? Из них можно выбивать шмот? Я не знаю, как здесь это работает. Давайте посмотрим, что это такое. Ну, по всем показателям, я сейчас получше себя чувствую. Я хочу вообще вот такой вот как бы сет себе. То есть, кто смотрел Dark Souls, мое другое прохождение, то есть Dark Souls 4 и Dark Souls 2, я все время вот в таких же одеяниях ходил. То есть, одеяние Серебряного Рыцаря у меня было. Блять, я ни хрена здесь не вижу. Давайте зажгу вот это. Я слышу, что там, по-моему, кто-то бежит уже. Мне Юлей, наверное, дать, да? Или нет? Или да? По-моему, пока нет никого. Так, золотая руна. Отлично. Руна не понадобится. Понимаю, что это за комната и куда мы с вами попали. Я говорю, я в этом замке уже не ориентируюсь. Я не знаю, где мы тут есть, где мы тут нас нету. Так, что там? Я вижу сундук. Сундук я вижу. Зашибись, и игрушка просто вылетела. Первый раз у меня, кстати, вылетает эта игра. Даже не понял, почему она... Ёпта. Ты-то что такое? Ты-то что такое? Господи, боженьки. Таких я боссов не люблю вообще. Это просто пипец, а не боссы. Так, кстати. Ага, я понял. Я понял, это вентилятор. Это, друзья мои, вентилятор. Блять, опустись ты, сука. Которых я ненавижу. О, блядь. Которые я ненавижу и которые я не знаю, как теперь... Как он ходит. Но по идее, с них должно же падать. Блядь, вот сколько он будет ходить? Ему нужно бэкстебушку залепить по любасу. Залепил. Молодец. Успею? Успел. Так, о, смотрите, что-то упало. Он уже рыцарь изгнанника. Вот. Вот, значит, с них все-таки сеты падают. Значит, можно здесь наковырять с них сет. Кстати, я сейчас, может, и займусь. Я сейчас посмотрю, что они себе представляют. Типа он уже. Опа, блядь, а там кто? Вот это как здесь нарисовался. Так, снаряжение. У меня обувь духовника. Блять. Ну вот это что такое? Кто это, блядь, так сделал? Кто это сделал? А, ну понятно, кто это сделал. Вот этот мухомор гребаный, блядь. Что ты тварь такая, а? Так, давайте смотреть.
Так, полный же рыцарь из... И... Вот, только десяточка вес. Да, он хрен с ним. Кстати, нормально, я прыгаю. Блин, я хочу в это одеться. Я реально хочу в это одеться. Вуаль ложности. Снижение вуаль. А где это вуаль-то искать-то? О, инвентарь. Вуаль ложности. Что это вообще такое может быть? Вуаль. А, вот, смотрите, что это такое. Позволяет слиться с окружением, тратить ОК. Позволяет слиться с окружением, тратит. Сливаться с окружением. Мне не надо, вы мне дайте, пожалуйста, вот такой вот сетик. Вот такой вот сетик. Блин, ну что, мне его теперь выбивать, что ли, здесь придется? Реально. Так, ты кто такой? Кстати, другой какой-то моб, по-моему, был. Ты что, не сдох, что ли, блин? Да ладно, как ты сдох-то? А, это уже другой, кстати. А здесь нужен ключ, смотрите. Здесь реально нужен ключ, а там кто-то сидит. А кто там сидит, если так посмотреть? А хрен там поймешь, что там сидит. А, закрыто с другой стороны написано. Значит, здесь ключ-то, по идее, не нужен. Блин, ну я хочу... Все, я теперь загнался, я теперь хочу такой себе сет. Я хочу себе сет этого стального рыцаря, и хрен бы с ним. Будет он мне такой вся. Сейчас не понял. Я по снаряжению прохожу, но почему у меня такой откат был долгий? Блин, ты возьмешь с него все? Взял, наверное. Так, изысканное мясо. Сюда. Сработало сейчас. Парирование будет работать здесь? Будет. Хотел подхилиться за счет него, но не получилось. Да, с этой крикозеброй я не хочу пока драться. Но я чувствую, что мне придется с ней когда-то подраться. Но я хочу сейчас... Что я сейчас хочу? Это хочу себе сет. Попробовать его выбить как-то. Так, а у нас что? У нас только один путь сюда, да? Больше мы куда не можем никуда сходить-то. Ух ты, смотри, сколько там всего. Всего хорошего лежит. И собаки, конечно же, блин. Так, кстати, враги стали по дамажести. То есть уже не так они тут не убиваются. Значит, мы, по идее, идем в правильном направлении. Так, комок плоти. Че, куколка на память. Ошибись, вот всю жизнь мечтал о куколке на память. Так, тихо. Здесь же эта крокозябра ходит. Да, ворона ходит, эта крокозябра здесь. А если я пройду вот так вот осторожненько, интересно, что со мной будет. Так, понял, здесь нужно ключ воткнуть. У меня ключей, кстати, я думаю, что достаточно. Давайте воткнем, почему бы и нет, да? Жизни у меня тоже хватает. Я вроде как ключи везде собирал. Везде, то есть старался их купить. Так, что у нас здесь? Ну, здесь какой-нибудь сейчас босс будет, а? Нет. Да, блядь, ну что ж такое-то? Я нахуй, я вообще ничего не понимаю. Почему ты, блядь, почему ты не очевидный ключ сломался? И что? У меня просто за... Смотрите, у меня просто за... Я нахуй вообще не понимаю, что происходит, блядь. У меня просто вот эта вот табличка, она зависла. Блядь, это пиздец. У меня просто табличка зависла, я сделать ничего не могу.
Так, ну дошел отсюда, где у меня игрушка, как ни странно, зависла, что я говорю, что у меня появилась надпись «Используем мечевидный этот ключ», и ни хрена мне, я вообще сделать ничего не мог. Железный точильный клинок, окей. Да, кстати, по пути я выбил уже штанишки себе, что очень... О, щит с гербовым ястребом. Вот это вот, наверное, прикольно, сейчас посмотрим. И мизикорд. Ну, мизикорд это опять же мизикорд. Блять, что такое тут гремит, пердит, я вообще... О, понятно, что такое гремит и пердит. До свидания. Ну, кстати, не очень как-то мне сет нравится. Голову я пока не пробовал. А, кстати, у меня головы нет, наверное, да? Головы у меня нету, я, видите, одел. То есть тыкву свою снял, я по весу просто сильно не прохожу. Нужно, конечно, вкачивать вес, но как бы вес сложно здесь качать, мне кажется. Головы мне пока нету. Вот, то есть одел пока такую. Ну, может быть, я когда его выбью, то у меня будет все нормально. Не знаю. Но пока у меня нет перчаток. Перчатки нужно тоже выбить. Ну, кстати, мне как-то не очень сет нравится, как он выглядит. Ну, какой-то такой себе. Мне, кстати, на рыцарях они по-другому почему-то выглядят. Не знаю почему, но на рыцарях они по-другому смотрятся. Так, и зачем вот это вот вообще нужна вот эта вот, вот такой балкончик? Я, если честно, не понимаю, что здесь. Ничего? Да ничего. Так, ну у нас здесь ходит... Здесь ходит у нас вот эта вот кракозябра здоровая. Где она, кстати? Вон она. Вон она, блядь, такая. Я даже не знаю, как ее убивать. Что она вообще из себя представляет, тварь такая? Я понял, что ты себе представляешь, тварина. Нормально. Нет, пожалуйста, не надо. Ты же хорошая. Кстати, здесь со щитом бесполезно что-то с ней делать. У нее столько ударов, что мама дорогая. Хотя вот здесь сейчас можно было подзадеть ее чуть-чуть. Сука, блядь. Сдохла. Страшно мне бороться вот с такими боссами. Так, пилюли от кровотечения. Окей, сложно мне бороться с боссами, которые многорокие в этих играх. Так, секира горца. Ну, я как бы не использую вот эти всякие блядские топоры. Я использую всегда меч. Меча пока у меня аналога нету. Да, можно армейский меч как-то использовать. Но мне почему-то, ребята, он не зашел. Я его, конечно, даже я его вточил чуть-чуть. Но насколько у меня можно было вточить. Ну, как-то реально почему-то мне он пока что не зашел. Так, давайте сразу жизнь пополним. Так, отлично. Так, мне нужно какой-нибудь, знаете кто? Мне нужен какой-нибудь лошок, который мне пополнит жизни. Лошок-гребешок, блядь. Пока что-то этих ложков здесь не вижу, блин. Так, это что такое? Подожди, мы же сюда ходили, да? Правильно, мы сюда ходили. Так, а куда... Вот я говорю, я в этом уже как бы... Я заблудился в этих, блядь, катакомбах. Я говорю, душный вот этот вот замок. Потому что реально ты не знаешь, куда идти вообще тебе. Так, а что вот там наверху такой стоит, блядь? Ну вот, кстати, наверху мой лошок-пиздюшок-то и стоит. Только как к нему еще добраться, хрен его знает, да? Так, здесь что? О, вот. Блядь, ну не получилось мне его убить, как я его хотел убить. Да ладно. Разобраться вообще, куда идти? Пока что я собираю только ништячки, которые здесь есть. Так, а стрелы? Ну, стрелы понадобятся, однозначно. Так, ну это опять мы здесь. Я хочу зайти вон в ту комнату, которая закрыта была. Как туда зайти? Не понимаю. Блять.
Я уже все пробежал туда, куда не нужно, по 50 раз одних и тех же, блин. Здесь у нас что? Яблоки, дыблоки, хуиблоки. О. Куда меня? Куда меня это привезло? Куда ты меня привез? Тут все сломано, да? Да, ага. Здесь все сломано, там все сломано. Что-то не понимаю, куда мне, если... Дается, окей. Пошел нахрен отсюда. Тварь, блядь. Как его убить? Да никак его не убить, блядь. Потому что я не знаю, как к нему пройти. Так, ну а подожди, как же там ту дверь-то, блин, взломать, я не понимаю. Все-таки возьму здесь лут у тебя. Метательный кинжал. Как он мне хорошо был нужен, блин, когда он мне был нужен, чтобы я в него пометал метательный кинжал, а не сейчас, когда он мне вообще не нужен ни хрена. Кстати, нужно метательный кинжал поставить на всякий случай. Снаряжение. Так, куда их поставить? Вот сюда, наверное, нужно поставить. Так, метательный кинжал, вот. Так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Да, все нормально работает. Так, ну я понял, что меня привезли. Все это зашибись. Ну, я как бы не очень хотел сюда привозиться, если честно. Блять, а где меня привезли-то хоть вообще? Блять. А, или внизу меня привезли, наверное, да? Блять, я поражаюсь с этим уровнем, блять. Реально, я уже все, у меня тут какая-то, блядь, не знаю, я весь здесь заблудился, где чего здесь находится, как это все работает, блядь, куда мне нужно идти, как открыть ту дверь эту закрытую. Так, здесь закрыто, да? Меня привезли откуда? Вот отсюда меня откуда привезли. Да, вот здесь меня привезли, давай я вниз поехал, съездим, потому что мне кажется, что-то я там пропустил. Что я мог здесь пропустить? Да до хрена я всего здесь мог пропустить, потому что я не знаю, как ту дверь, блин, открыть. Так, это куда? А, это здесь мечевидный ключ. Да, мечевидный ключ. Тут статуя какая-то блядская. Так, смотрим дальше, что здесь есть еще. Вот это что? Вот это куда? Здесь мы были? Не знаю, были мы здесь, не были. Вот там мы точно не были. Понял. Отошли, ушли. Вам не кажется, там их слишком много, как бы? Нет? Себе метнул, блядь. Вы будете ко мне идти-то или чё? Блядь, ну вот это вот сделали хуетистику, блядь, пиздец. Залепи свою дудку, блядь. О, блядь, здесь ещё какие-то грёбаные огнеметчики, блядь. А можно мне тоже огнеметом-то? Можно, блядь. Машку, заляжку, блядь. Ну пизда мне нахуй. Пизда пока. Ну сейчас будет пизда, я чувствую. Хуя себе.
что у тебя за удар такой, бля? Божественный, бля. Можно мне тоже такой, бля? Нет, смотрите, весь обкиданный, весь засранный, бля. Так, что у меня? Так, у меня все плохо. У меня очень все плохо. То есть я не знаю, как там дверь открыть, блядь. Слушай, давай. Давай ты не будешь выебываться, а будешь нормально бегать, блядь. Главное, огнеметчик, блядь. Блядь, тварь, блядь. В кого ты, сука, целишься, блядь? Уёбок ты, блядь. Ты, блядь, ну в кого ты цел, блядь? Да ты в урод ты, блядь! Блядь, ну пиздец, блядь. Ну пиздец, лока, блядь. 150 тысяч бомжей здесь поставить, нахуй? Ебануться, блядь, кошки гнутся, блядь. Да, и, конечно, про бэкстаб мы забыли, да, вот просто, мы просто взяли и забыли, то есть он как будто перестал работать, блядь. Сука, блядь, пиздец вообще какой-то, блядь. Да, он там еще хуй, я смотрю, ходит, блядь. Мне срочно нужно кому-то бэкстаб, блядь, в какую-нибудь жопу, блядь, вогнать, чтобы подхилиться, у меня хилок нету. Отлично. Ему я вогнал, блядь. От всей души, блядь. И что вот это вот за место, вот мне скажите, вот зачем это место так сделали вообще? Это вот... Блядь, пидорас, ты ебаный козел, блядь. Вот ты просто урод, блядь. Реально, ты просто урод. Блядь, стихаился и стоит своим, блядь, пердуном, блядь. Блядь, если тебе бэкстеп еще не прорвет, блядь. Да, конечно, тебе бэкстеп не пройдет, блядь. А вот это вот что, блядь? И зачем ее можно бить? И вот из нее стрельнуть нельзя, да? А бить ее можно, блядь. Блядь, пизда, нахуй. Пизда, грязь, ебаная. И смотрите, там кто такой сидит, блядь. Или мне кажется, что там уже кто-то сидит. Да нет, мне не кажется, там что кто-то сидит. Бля. Сидит там пиздец какой-то, блядь. Чепушил такой, что мне аж страшно туда идти, блядь. Главное, опять ни одного костера нету, блядь. Зашибись вообще. Классно сделано, блядь. А, ну вот, смотрите. Стоит здесь. Моя подхилочка, блядь. Надеюсь. Хуй тебе не подхилочка, потому что, блядь, здесь тебе так не хилит. Нихуя игра, потому что он с огнеметом стоит, блядь. Поэтому, блядь, игра тебе не дает подхилиться, блядь. Блядь, я не понимаю нихуя, где, блядь, бэкстабы? Куда бэкстабы делись, блядь? Что, блядь, в игре тебе... Что, игра сломалась, блядь? Конечно. Я так, в принципе, думал, блядь. Сделано просто охуенно, блядь. 100 тысяч, блядь, миллион бомжей, блядь. Хуей, блядь, пизду нахуй. Продолжается сражение, я, в принципе, на том же месте, только что душеньки подобрал. Сделал бэкстепушку и подкачался, подхуялся, блядь. Ну иди сюда, тварь, блядь. На нахрен. Фух. Ох, блядь, ну место. Место уёбищное, пиздец. Дверь я так и не знаю, как, ребят, открыть ее. Так, что я взял? Кукури. Так, там я еще видел одно местечко. Блядь, это кто такой? Как вот это вот сделано? Я, блядь, я просто охуеваю, блядь. Ёпта. Вот сразу двое, блядь. Хотя бы одного взял. Хотя бы двоих разбил. Куда иду, блядь? Зачем иду, блядь? Хуй пойму, блядь. Можно, кстати, вызвать лошадку-то мою, нет? Можно вызвать.
охуелит, блядь. О, как хорошо, блядь. Вообще, блядь, просто. А как вот мне их убить? А хрену знает, да? А игра здесь не придумала. Хидетака здесь вообще не придумал. Как убить вот этих вот мне мобов, блядь? Он просто об этом не подумал нихера. Плюс у меня 14 тысяч душ. Плюс у меня то, что... Никто там не идет за мной-то? Нет. Плюс у меня вот здесь вот какая-то петрушка сидит непонятная, куда я хочу сюда зайти. Но, блядь, я сюда зайти боюсь вообще, блядь. Реально я сюда боюсь, потому что вы вот видите, там кукол-скван какой-то сидит здоровенный, блядь. Я вообще не понимаю, кто это, блядь. И тем более с животным, нахуй. Да, ебал я вас, блядь. Давай, блядь. Ебало с вами тут драться, блядь. Пятью... Блядь, сука. Уходи нахуй, уходи, 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 уходи. Что, еще кто-то? Мои стражники, пристражники. Так, а как? Блядь, вот эту хуйню нужно разбивать, чтобы они по ней стукнули, тогда ее можно разбить. Ёбаный рот, блядь, придется опять сюда возвращаться. Зелье призывающего пальца. А, вот, кстати, смотрите. У меня же здесь наконец-то... Наконец-то я взял то, что мне очень захотелось взять. То, что у меня здесь призывалочка сейчас будет. Так, хорошо, здесь мы всех убили. Но сейчас я буду вот эту вот херню тогда разбирать. Вот этим вот здоровым. Он, по идее, эту куклу должен разбить. А вот это что такое? Карта пророчества. Зачем мне нужна эта карта пророчества-то? Можете сказать, зачем мне карта пророчества нужна? И что она мне дает, эта карта пророчества? Давайте вот просто посмотрим. Так, снаряжение. Нет, инвентарь. Так, карта пророчества. Где она может быть? Карта пророчества. Че, колокольчик призывающий. Ну, понятно. О, о. Отдайте ученому волшебнику, чтобы открыть новые чары. А, это свиток королевской семьи, это вообще не то. Карта замогилия, карта полуостров. А где, вот где эта карта пророчества? Это что такое, брошь, завернутая в красный бархат? И что? И что я с ней могу сделать? Ничего я с ней не могу сделать. Капец. Где, блядь, как? Как это работает, блядь? А, вот. Карта пророчества. Изучить. Репродукция картин. Изучить. Ну, давай. Работа странно. Блядь, просто пиздец. Просто как это охуенно, блядь. Так, подожди. Сказал, сундук лежит. Нет. Это не сундук. Это не сундук. Это совершенно не сундук. Так, а как же мне потом-то здесь? Что же, как же мне здесь сделать-то лучше? Ну давай сейчас я вот это вот местечко обыщу сначала. Что здесь у нас может быть? Да хрена чего может быть. Особенно Юлия здесь может быть. Кузнечный камень. Там что такое? Там птица. Ничего. Так, здесь. Здесь мы брешь. Так, благодать определена. Так, хорошо. Сюда чем-то ездит? Что-то сюда ездит только что. И куда это приведет? А это что? Открывается с другой стороны. Да вы, блин, издеваетесь, что ли? У вас здесь весь замок открывается с другой стороны, блин. Блядь, достала эта хуйня, блядь. Пиздец, локация, блядь, я ебёшь, хуй проедешь, называется, блядь. Куда это меня привезло, куда? Где это я есть? Где я есть, где я что, блядь, я вообще тут ничего не понимаю уже. Куда я приезжаю, зачем я приезжаю, блядь, что тут такое еще? И это что такое здесь?
О, это что, Александр, что ли, или кто? Кто? Хуяндр, Александр, блядь. Это злоебандр, блядь. Местный, блядь. Кончись-то нахуй. Сырая тефтелька, бля. Бля, на закусь пойдет, бля. Всю жизнь мечтал сырую тефтельку, бля. Треснувший горшок. Треснувший горшок. Бля, одним горшками скидали нахуй. Пепел войны, буревестник. А это, подожди, это что, еще что ли? А, зашибись. Только костров не было, блядь, то одни костры, блядь. И там, я чувствую, будет босс, блядь. Какой-нибудь, блядь, жопораздирающий, да? Но я пока что эту область всю не исследовал. Поэтому я как бы не хочу туда особо-то идти, к этому боссу. Нужно запомнить, где он там находится. Потому что я реально, что я здесь все не исследовал. Хочется все здесь исследовать. Так, это куда? А, это вниз, что ли, едет, да? Поехали обратно, спустимся. Там-то у меня вроде больше ничего не было. Куда можно идти? Блин, ну как-то вот дверь открывать. Вообще, я в душе, блядь, даже не чаю, блядь. И вот здесь вот, смотрите, дверь тоже закрыта. Блядь, я не знаю, ребят, как здесь что работает, блядь. Реально не понимаю. Так, нужно, чтобы они вот эту вот штуку мне сломали, бля. Опять же, там вот есть еще одно место, куда мне можно пройти. Так, где эти уроды-то? Бля, собаки, ну иди ты нахуй отсюда, а? Меня сломают быстрее. Ну давай. Как это работает, блин? Как вот эту статую можно сломать? Нихуя не понимаю, я думал, что он ее разобьет. Вот эта вот треска здоровая, блядь, она нихера ее не разбивает, блядь. Как? Ну он попадает по ней.
Я не понимаю, ребят, напишите мне, пожалуйста, в комменты, как вот эту вот фигню разбить. Ну чем ее разбивают-то? Вот там какая-то, видите, там... Блядь, ты-то кто еще, сука? Бля, нормально, меня там заметили, блядь. И мне ни фляжек, ни хуяжек, блядь. Так, а можно здесь как-то пройти, блядь, чтобы они меня не видели-то? Наверное, как-то можно, блядь. Можно здесь быстро пиздюлей получить, блядь. Подхилиться, блин. На меня там и сзади долбит, и спереди долбит, блядь. О, зашибись, меня стреляют, да? Банатство ебаное, блядь. Сука, это, блядь, это локация, я не знаю. Это, блядь, это ебло какое-то придумывало, блядь. Я не знаю, что у него было в голове, блядь. Наставит 1000 мобов, блядь. И что мне? Вот, и, блядь, я вот умираю, и что? Вот эту вот фигню я не могу сломать. Вот, я реально вот эту вот фигню я не могу сломать. Куда я вообще вот просто... Я пошел за этой фигней. Вообще просто типа за этой фигней, блядь. Чтобы ее сломать, блядь, вот эту вот хер. Я ее не могу сломать. Как ее ломают, чем ее ломают, никто мне об этом не сказал, блядь. Блядь, пиздец, блядь. Ты еще сдохни, нахуй. А ну, зашиби, сейчас меня здесь все увидят, да? Мне еще... Не все еще меня увидели, да? Ладно. А, ну, блядь, да, в принципе, уже все, мне кажется, увидели. Что я здесь крадусь, блядь. Пошел ты нахуй. Давай жопом себе подпали ему на. Он уж тебе не поворачивается, огнемет, да, поворачивается, еще как поворачивается. Это же, блядь, Хидетака, блядь, придумал, блядь, пулеметы, огнеметы, блядь. На самом деле. Не думал, что они ломаются. Да пошел ты нахуй, блядь. Блядь, мне просто сейчас уже, блядь, это заебет, нахуй. Реально, блядь. Это просто, блядь, какое-то невыносимое, блядь, блядство, нахуй. О, хуярит, блядь. Из всех орудий, блядь. Просто всех орудий долбит, блядь. И вот зачем он сюда пришел, блядь, спрашивается, блядь. Чтобы получить здесь, наверное, юлей просто. Чтобы потом я сюда не дошел. А просто сейчас получу я здесь юлей. Я так чувствую. Такой. Ребятки, помогайте,
Срочно! Да, хуй тебе помогли. А, я еще живой. Нет. Нет, где? 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 Естусы. Блять, ты стукнешь его, а? Не стукнешь, блядь. Мяукнешь, блядь. Пиздец, блядь. Кузнечный камень. Кровь монстра. Старый клык. Старый вжик, блядь. Пипец, я охренею, бля. Локация, блядь. Ну, вы-то чё, блядь, сдохли или чё? Просто так стоите, да? Локация, блядь, я хуею, блядь, не встать. И куда я пришел? Блядь, вообще, я уже даже не понимаю, куда я иду. А, вот, смотрите, я на мост стоит пришел. Можно до моста пойти. Можно к боссу, вот здесь, изолированная камера. Или что это такое, покой упаку. Блядь, куда идти, башня Бастиона, блядь. Главные врата грозовой зави... Блядь, я не знаю, ребят, куда здесь идти, блядь? Я уже полностью запутался в этой, блядь, хиромантии, где здесь, что здесь находится, блядь. Вообще просто пипец. Там еще птицы были, куда мне можно тоже сходить, кстати. Дочит-то, блядь. Ой-ой-ой. Пандру, блядь, чуть-чуть так. Ты что, опять что ли кто-то стреляет? Или мне послышалось? Ух ты, блядь, там еще целое это войско, блядь, стоит, нахуй. Как же стреляет? Ты что, как стреляет, блядь? Я, правда, не понимаю, кто там стреляет, но, блядь, как и из-за не знаю чего, блядь, садит нахуй. Сука, как тебя убить, а? Как я люблю мобов неубиваемых. Вот просто до жути люблю мобов неубиваемых, которые я просто не знаю реально как убить. Пошел в пизду, блядь. Охуевший тварь, блядь. Блядь, еще одна. Передвинуть рычаг. Ну, давай, блядь. Сделал этот рычаг, блядь. Где опять я очутился, блядь? Здесь 100 тысяч костров. Реально 100 тысяч, блядь, костров. Одежды простолюдин. Блин, в попу себе засунет свои одежды простолюдина, блядь. 100 тысяч костров непонятных.
Вообще непонятно, куда я пришел. Ну там-то все понятно. Бля, я взял еще и сел. Блядь, ебаный ты шакал, блядь. А, ну все, мы дверь просто открыли, да? Да. Это проход, это как раз проход, мы дверь открыли. Вот здесь мы дрались с этим ушлепком. Так, все, я понял. То есть мы открыли дверь в замок. И, кстати, пока мы здесь, давайте сходим, посмотрим, что у нас вот здесь вот есть. Я вот в эту вот локацию, не то что локацию, а вот в эту вот дверь тла не зашел, не посмотрел, что здесь есть, по-моему. А здесь и нет ни хрена. Зашибись. Так, теперь мне нужно... Я даже не знаю, куда мне нужно-то. Здесь прорываться с атакой-то как-то мне не хочется, наверное. Да и нахрен нужно. Если я перемещусь, так, главные врата, покой у врата замка. Так, а куда я перемещусь могу? Склоны замка грозовой завесы. Куда перемещаться, блядь? Башня бастиона. Покой у подъемника. Сюда, что ли, блин? Там где-то птички стояли еще, я хотел туда сходить. Какой подъемник? Здесь они, не здесь, но, ну, по-моему, здесь. Да, здесь. Сразу на тебя не наводился фокус. Так отодрать, да? Так отодрать меня не получится. Что здесь у нас? Что вы здесь такое делаете? Что за локация? Где? О, золотое семечко! Золотое семечко! Так, и великан стоит. Блин, я где-то увидел этого великана. А я с ним не могу? Нет, я с ним не могу. Плюс еще с ним двое каких-то разъебоньков, да? Так, хорошо. А на великан можно навестись, нет? Он ему шкандыкнул, блядь. Что я говорю, в этих играх последний удар не торопитесь никогда делать. Вот я сейчас просто поторопился сделать последний удар и просто сдох на этом.
Реально, что не торопитесь. Ой, блядь. Ништячок я пропустил. Кузнечный камень. Иди сюда, псина. Блин, мне не нравится, что здесь еще эти. Вот эти солдаты ему помогают. Уебищная, бля. Охуенно полечился, бля. А почему он не стал падать, этот великан? Он раньше же падал. От того, что я в ногу ему бью. Нет? Все? То есть это впоследствии кончилось? Они эту систему изменили, да? Бля, в кого у меня камера наводится, я просто не знаю. Она просто кого хочет, того и наводится, бля. Ну вот снова, смотрите, сейчас был один удар, и все, я мог просто сдохнуть. Что? Да ничего, а ничего мне совершенно за него не дали. Охренеть. Что, здесь еще один босс? Ну это понятно, все понятно, понятно. То есть, короче, здесь главный босс будет, да? Главный босс, блядь, абсос, блядь. Короче, больше я здесь... Там горшки были, там ничего не было. А, вот что мы не нашли. Так, ну я думаю, что мы не будем этого даже босса смотреть сегодня, потому что я не хочу его смотреть, потому что это вроде как я по сюжету вообще иду. Кукри. А, кстати, я не посмотрел щит. Мы же с вами подобрали какой-то супер, блядь, пупер щит. Где он есть, кстати? Вот этот каплевидный с гербовым ястребом. Каплевидный вид. Ну, короче, пока что у меня щит. Всем щитам щит, да? Ну да. Вот, кстати, его можно апгрейдить-то что-то, я даже не знаю. По идее, наверное, можно, да? Так, ну-ка, золотую семечку. Так, повысить уровень. Так, уровень мне не повысить. Так, скоротать время. Фляги. Так, увеличить количество фляг. Золотая семечка. Количество фляг увеличено. О, да, семерочка у меня стала. Отлично. Так, что теперь? Что я хотел? А, я хотел... Щит, может быть, как бы... Увеличить. А зачем мне нужен щит? В принципе, я только пользуюсь мобами. Прям не такой уж это, чтобы... Не, ну как, я, короче, пользуюсь, блядь, 18 тысяч душ. А сколько мне не хватает до левела?
Да, левела мне не хватает. Так, повысить уровень. Так, 21. Понял. Сейчас мы это исправим по-быстренькому. Так, снаряжение, создание. Так, инвентарь. Так, ну-ка, применить избранное. Сразу убрать все это нахрен. Так, мне нужно 24, да? Оп. Так, все равно не хватает. Так, блядь, забыл. 24 или 21? Так, повысить уровень. А, вот, все, могу уровень повысить. Так, что мне нужно? А где, кстати, переносимый вес? Стойкость или что? Что переносимый максимальный вес снаряжения? На 2 килограмма. Да, вот, кстати, стойкость мне нужно, наверное, повысить. Ловкость, мудрость, это мне ничего не нужно. Стойкость, я думаю, стойкость повысить. 72 будет. Чтобы он мне просто летал, блин. Летал мой воробушек. Так, стойкость мы повысили. Так, теперь, друзья, я думаю, что нужно полететь надрать Цербером пиздюлей, блядь. Как вы думаете, блядь? Так, Церберы. Ну что, я иду к этим Церберам. А где у нас они были? Катакомбы. Вот это, по-моему, колосожопого какого-то, блядь. Здесь были Церберы. Против этих скотов я сразу могу сказать, что я буду использовать собак. Где собаки-то, блядь? Вот они. Нахрен мне не нужно. А, здесь же это классная такая, это что мне сейчас здесь поебальник настучат, да? Не настучали. Ну, еще не поздно настучали. Так, ну что, пройти через туман. Ах, туман. Поехали. Маленькая тварина, блядь. Еще вон она там, блядь. Тихо, блядь. Теперь давай сразимся. Все, больше никого, блядь. Бьет нормально. Еще как бьет нормально. Ну ладно. Уже чуть-чуть тебе осталось. От твоих нормально, блядь. Пошел нахуй. Урод, блядь. Просто урод, блядь, вонючий, блядь. Я же сказал, что будет все нормально. Прах пол людей. Так, отлично. Прах пол людей мне как раз нужен. Я же сказал, что просто его, блядь, усыплю, когда у меня будет повыше уровень. И что будет вот это вот. Так, снаряжение. Я хотел поставить прах пол людей. Мне кажется, сюда, мне кажется, они получше будут вот это вот, да? Прах пол людей. Расход УК 26, а мне здесь еще 55. Да, прах пол людей. А что это в сундуке 600? А как вот их сравнить? Что они призывают дух в пяти пол людей? Призывает дух в пяти странствующих вельмож. Ну, мне кажется, вот это вот будет самый то. Драться с кем-нибудь потом. Что, получили? Хренополисы, блядь. Вернуться ко входу. Так, и у нас что у нас остается? У нас остается... Ну, я думаю, что... давайте на этом мы завершим сегодняшнюю серию. Где у нас здесь? Куда мне сесть-то, блядь? Куда мне
сесть, где мне сесть, где мне посидеть. Я попробую сейчас за кадром пойти повыбивать себе все-таки шлем, потому что шлем и что мне? А, шлем и перчатки мне нужны. Вот, попробую, как бы это может еще прокачать, чтобы у меня вес нормальный был. Вроде. Мне кажется, он как-то, блядь, не так он прыгает, блядь. Хоть поймешь, блядь. Ну-ка, снаряжение. Так. Где мне тут духовник не был? Да нет, мне на самом деле это кажется, что все нормально, он прыгает. Попробую я, короче, выбить себе шлем и руки. И тогда уже увидимся, ребят, в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. С вами, как обычно, был Неозар. Всем до скорой встречи. Пока-пока.